Китайский зонд Чинъе-4 первым в истории человечества успешно приземлился на обратной стороне Луны. Этот запуск – часть космической программы, на которую страна тратит 8 миллиардов долларов в год. Больше только у США. А почему в Пекине готовы вкладывать такие суммы в освоение космоса? В чем особенность конкретно этой миссии? Какие российские разработки применили китайцы, расскажет мой коллега Алексей Кнапко. В истории исследования Луны человечеством открыта новая страница, написали утром китайские журналисты, и поспорить с ними в научных кругах желающих не нашлось. Первый рукотворный аппарат прилунился на обратной стороне спутника 3 января в 5:26 по московскому времени. В 6:40 передал первую фотографию с поверхности. Полет к спутнику Земли был мечтой всего китайского народа на протяжении сотен лет. Мы мечтали познакомиться там с богиней Луны, в которую верим. То, что произошло сейчас, показывает, что мы не зря возлагали на эту миссию надежды и, наконец, реализовали свою мечту. Модуль Чан-Э-4 доставили на кромку кратера Карман, части крупнейшего лунного бассейна Южный полюс Эйткен. На борту видеокамеры, в том числе для трехмерной съемки, дозиметр, анализатор солнечного ветра и сигналов из космоса, радар, спектрометр. А еще маленькая фабрика по выработке кислорода в виде личинок шелкопряда и семян картофеля. От того, как у них получится наладить производство, зависит будущее лунных баз. Но это перспектива дальняя. Сначала ученые надеются узнать побольше о самом спутнике. Мы помним, что на видимом полушарии Луны несколько крупных морей. Кора Луны пробивалась крупными метеоритами, астероидами, оттуда выплескивался жидкий горячий камень, вулканическая лава. На обратной стороне Луны морей нет. Почему? Мы отчасти это понимаем, потому что кора там очень толстая, и не так-то легко ее было пробить. Но почему она толстая? Почему две половинки Луны так сильно отличаются друг от друга? Пока это загадка. А разгадывая загадки Луны, мы кое-что узнаем и о жизни нашей планеты. Загадочная кора Луны образовалась почти 4,5 миллиарда лет назад. На Земле породы тех времен давно ушли глубоко в мантию, и исследовать их невозможно. То есть анализ, в том числе обратной стороны, даст больше данных о рождении не только спутника, но и самой планеты. Или, например, времени накопления на ней критической массы кислорода для зарождения жизни. В общем, интересно, но до сих пор не получалось. Причина в геометрии. Прежде чем доставить на Луну космолет, туда нужно отправить команду с управляющего компьютера на Земле, а радиосигнал упорно распространяется по прямой. Так что ученым еще до исследователя пришлось запустить спутник-провожатый, который завис на орбите и стал чем-то вроде зеркала для китайского радиосигнала. Мы понимали, что посадка на обратной стороне Луны будет трудной. Для ее реализации нужно использовать специальную связь. Без связи невозможна координация действий на обратной стороне Луны с Земли. Вот почему попыток попасть на обратную сторону Луны никто не предпринимал. На самом деле все не совсем так. Еще в 90-х и Россия, и США разрабатывали программы посадки примерно в ту же точку. Первые модели поверхности и лунного грунта для китайских миссий тоже разрабатывали наши ученые. А еще на Чан-Э-4 есть русская ядерная батарейка. Радиоизотопный источник энергии – один из ключевых элементов модуля, ведь чем дольше он проработает, тем больше данных соберет. Нами поставлены в самые сжатые сроки по просьбе китайской стороны РИТЭГИ тепловые генераторы. Росатом уже даже на обратной стороне Луны. Ну да, в данном случае вместе с китайскими партнерами. Хотя с Роскосмосом у нас и работа большая идет совместно, и очень широкие такие планы на дальнейшее ее развитие. О подробностях, в том числе космической миссии Росатома, можно будет узнать из большого интервью, которое Алексей Лихачев дал нашему каналу. Чем ответит Роскосмос, тоже известно. По планам, станция «Луна-27» должна сесть на спутник по той же схеме, но только в 2023-м. Алексей Кнапко, Валерия Боровикова и Наталья Гончарова. «Вести».